Добрый день, уважаемые зрители и любители YouTube-канала Арбат Хомс. Меня зовут Тофик, я работаю менеджером компании Арбат Хомс. Сейчас я нахожусь в самом центральном курортном месте района Гази-Паша. Хочу сегодня вам представить район, что можно здесь сделать, как можно здесь отдохнуть. Здесь очень красивый как бы песок, пляж, очень мелкий песок. Вы можете здесь загорать, наслаждаться Средиземным морем. Плюс к этому у нас здесь очень много развлекательных мест. Есть место для барбекю, парковая государственная зона, где вы можете с семьей отдохнуть, приготовить шашлыки. Здесь есть специальные места, очень много озеленения. Здесь, помимо этого, еще и есть много аквагорочек, где ваши дети и вы даже сами взрослые можете прокатиться на этих горочках. Есть бассейны, рестораны, кафешки. Даже это место называют Черепаший остров. Почему? Потому что каждый год весной в сезон черепашки выходят на берег и откладывают свои яйца. И самое главное, у нас здесь в Гази-Паше есть аэропорт. Не просто аэропорт, а международный аэропорт. И наше предложение находится именно в этом районе, в районе Гази-Паша. 2+1, 110 квадратов, бюджетный вариант, 33 тысячи евро. Едем дальше. И вот сейчас мы находимся на этой квартире. Комплекс довольно не новый, но на втором этаже 2+1, 110 квадратов. Теперь буду я вам его представлять. При входе у нас стоит сразу же шкафчик, где можно верхнюю одежду вешать. Можно и для шапочек есть полочки, и для обуви. Итак, идем дальше. Тут у нас сразу слева есть кладовая комната, где вы можете пользоваться в личных целях. Ну, велосипеды или что-нибудь ненужное в данный момент. И вот у нас коридорчик такой довольно большой. Преимущество этого коридора то, что у нас отсюда на все комнаты отдельные входы. Теперь хочу представить вам спальную комнату. Довольно такая просторная спальная комната. Здесь имеется двухспальная кровать, тумбочки и макияжный столик. И плюс у вас есть выход отсюда на балкон, который смотрит на прекрасный вид на Торовские горы. Итак, дальше по коридору у нас такой небольшой туалет, раковина. Но в принципе, при желании вы можете что-то для себя здесь изменить. Здесь два туалета, как бы можете с него сделать что-нибудь другое. И напротив сразу у нас отдельная кухня. Сюда вы можете просто купить какой-нибудь стол со стульями и отдельно наслаждаться и готовить в этой кухне. Кухонный гарнитур полностью стоит. Единственное, вам нужно будет купить что-нибудь, газовую плиту или духовочку и посудомоечную машину. Наша экскурсия продолжается по нашей квартире. Теперь мы переходим в вторую спальную комнату. Здесь она как бы отдельной зоны. Проходим сюда. Здесь у нас в коридорчике стоит бойлер, водонагреватель. Вы можете его при желании установить хоть здесь в коридоре или же прям во втором санузле. Хотя здесь уже выход есть, можно здесь. Здесь у нас душевая кабина, унитаз, раковина довольно большая. К сожалению, пока хозяин не нашелся на эту квартиру, пока здесь света нет, поэтому немножко темновато. И теперь представляю вам вторую спальную комнату. Она довольно такая светлая, уютная, ремонта не требуется, здесь имеется шкафчик. Вы покупаете сюда какую-нибудь кровать, какая вам желается, двухспальную или односпальную. И можете жить, наслаждаться с прекрасным видом на горы. Ну и основное, самое главное, наша гостиная. Наша гостиная довольно большая, как бы здесь она уже, можно сказать, полностью обставленная. В наличии имеется кондиционер, люстры, довольно такой дизайнер, наверное, здесь был очень такой интересный, поэтому дизайн тут такой как бы своеобразный. Имеется комод под телевизор, журнальный столик и такие довольно мягкие диванчики с множествами подушками. Ну, здесь дизайнер вроде бы как подобрал под цвет подушки, шторы. Ну, мне нравится, довольно большая комната. Диванчики новые, свежие, мягкие. Плюс еще здесь имеется стол большой.
стол для гостей с четырьмя стульями и выход на балкон. Здесь уже отдельный выход на балкон. Сторона такая светлая, солнышко до сих пор светит, хоть уже время 2. Я вас приглашаю провести итоги на балкон. Итак, я нахожусь на балконе того комплекса 2 плюс 1, который вам сегодня представлял. Я повторюсь, 2 плюс 1 на втором этаже, 110 квадратов с отдельной кухней. Цена очень интересная, цена такая приемлемая, 33 тысячи евро. Дом, конечно, не новый, но дому где-то 20 лет. У вас есть возможность приобрести эту квартиру в районе Газипаша с видом на горы. Кому интересно, можете звонить по телефону, который будет указан на экране. Всем пока-пока. До новых встреч!